Сейчас выключим свет и посмотрим. Вот это прикол! Ты что, Юмичу, боишься темноты? Кажется, наш Блендер Ваня перед Хэллоуином и умрет. Так, что? Что такое? А слюнки потекли, можно их просто съесть? Ань, ну ты же обещала оживить наш Хэллоуин слайм. Да, Ань, и не будешь же ты есть глаза, да? Тетя Афина, не будешь же ты есть глаза. Ну ладно. Давайте превратим его в настоящего Хэллоуин монстра. Привет, ты на канале Magic Pets. И сегодня я решила начать видео. Я Киса Алиса. Так что скорее давай это, подписывайся там на канал внизу. А теперь ставь лайк. Голосуй вопросы, пиши комментарий. Ставь лайк, подписывайся. Киса Алис, может хватит, а? Ну ладно, мне пора кое-что пойти и приготовить, потому что сегодня... Так, понятно. А скоро Хэллоуин. И мы решили сегодняшнее видео посвятить Хэллоуину. Миша, лайк. Привет, ребята. А что это вы на столе все сидите? Слезьте со стола, вы что? Прости, Анюта. Ань, это мы тут, короче... Софи. Ладно, ладно. Мы хотим сделать Хэллоуин слайм. Слайм? Что? Ой, ну, Аня, ну Хэллоуин. Хэллоуин же скоро, да? Ты что, на показе мод себе все мозги отморозила, что ли? На показе мод? Я надеюсь, ты не забыла выпустить ролик на канал Magic Family. А, вы про это, ребят, ну, это был не показ мод. Ну, да, короче, ребят, на канале Magic Family, видите, там сзади меня надпись, там вышло видео про то, как мы ходили в зоомагазин и накупили кучу шмоток осенних, всяких разных, в том числе хэллоуинское. Так что там, ребят, не просто куча покупок и 10 крутых осенних пэтс-луков, но самое прикольное, это то, что все эти луки у нас одинаковые вместе с Аней, представляете, мы и Аня одеты одинаково, класс, да? Софи, слезь со стола. Вот как всегда все себе присвоили, не только вы, но и я вместе с Аней тоже. Киса Алис, не обижайся, я вот себе ничего не присваивала. Короче, ребята, потом сходите и посмотрите, потому что это очень прикольно. Это было первый раз в жизни. И поставьте лайк. Юми, ты что, попрошайничаешь? Ну да, немножко, а чё? Все, хватит попрошайничать. А на твоем канале вышло видео? На моем канале выйдет завтра, потому что я помогаю вам снимать. Тогда сегодня ребята посмотрят тут и на Magic Family, а завтра на твоем, да? Давайте уже начинать. Тогда сходите посмотрите, лучше мне лайк поставьте за пижамку. Так, ну что, ребят, для начала мы сделаем гигантский Хэллоуин слайм в блендере. Он должен получиться огненно-оранжевый. Мы постараемся. А как же безумные страшные глаза? Киса Алиса, зачем ты выдаешь все наши Хэллоуин секреты? Глаза будут позже, тихо. А паучки? Алиса! Ань, давай смешаем в блендере все слаймы, лизуны и жвачки подходящих цветов. Ну, вообще-то мы так и планировали. Круто. А черепа и свечи? Алиса, тихо. Так, это у нас бледно-оранжево-розовая жвачечка, и она очень прикольно тянется. Смотрите, ребят, как классно. Ань, давай уже суй ее в блендер. Так. Пока все хорошо. Бери вот эту огненную. Так, посмотрим. Ой, ой, ой. По-моему... По-моему, это мягкий пластик, который может затвердевать. Да, Эйвен, похоже на то. Но все равно он нам подходит. Только нужно его выковырить оттуда из баночки. Что-то он не вытаскивается. Ладно. Кидаем в блендер. Главное, чтобы Хэллоуин слайм получился ярко-оранжевый, прям как осенняя тыква. Я думаю... Блин, да как же его достать? Я думаю, он таким и получится. Главное, чтобы все пошло по плану. Да, а то у нас обычно все идет не так. Надо добавить еще, а то он маловат. Не переживайте, у нас много подходящих баночек, так что он у нас будет большой. А вот там салатовый лизун, он нам не подходит. Да, но он весь цвет испортит. Погодите, ребята, вы еще не знаете, что это за лизун, он необычный. Так, вот этот небольшой желтенький лизунчик очень классно тянется. Покажи, и мы должны убедиться, что он нам подходит. Да, подходит. Конечно, подходит, Юмичу. В огне же не только оранжевый цвет. В нем есть и желтые оттенки, так что все будет отлично. Он такой прикольненький, такой мягенький и гладенький. Такой холодненький, слизкенький, так приятно. Ань, может хватит, а? Ладно, в блендер. Так, у нас тут еще есть пакетик желтого пластика. Вот его они обязательно добавь. Да-да-да, Ань, добавь его обязательно, пожалуйста. Почему? Что в нем такого, ребят? Обычный желтый пластик. Юми, не лежи. Не все в этом мире можно есть и совать в рот. Да? Обидненько. Просто он такой яркий. Жаль, что его нельзя съесть. Короче, Аня, он нам нужен для того, чтобы наш Хэллоуин слайм держал форму, а не просто размазывался как кисть, поняла? А, понятно. Ну да, этот яркий желтый пластик точно поможет ему держать форму. Он такой классный. Хочется сразу из него что-нибудь полепить. Ань, ну давай уже. Ладно, ладно. Так, у нас осталось 4 подходящих баночки. В одной из них желтый лизунчик тоже, но немножко более бледный.
И мне кажется, даже зеленым цвет отдает. По-моему, не зеленым, а салатовым. Салатным. Интересно, как правильно, салатовым или салатным? Короче, он тоже очень классно тянется. Еще один желтый, только уже с оранжевым, мне кажется, оттенком. Тоже отлично подходит к нашему Хэллоуин слайму. Сейчас, ребят, пожамкаю его немножко, это так прикольно. Если ты будешь жамкать каждый лизун, мы никогда не закончим. Вот именно. Ой, ну какие вы. Ладно, это же так мило. Послушайте, как он хрустит. Ань. Ладно, ладно. И оранжевый. Открывай давай скорей. Ой, он какой-то пористый и кажется в нем что-то есть. Давай посмотрим скорей. Так, смотрите, как он тянется. Да, он какой-то негладкий. И кажется внутри у него эти, как их там? Пенопластовые шарики. Еще и не белые. Ага, какие-то зелененькие. Но нам это подходит, давай суй его туда. Так, что это за салатовая банка? У меня есть подозрение, что это не просто какая-то жвачка для рук. Это тоже пластик. И он очень прикольный, но нам он не подходит по цвету. Мне кажется, что эта штука фосфорная и светится в темноте. Сейчас выключим свет и посмотрим. Точняк, вот это прикол! Достань-ка его. Ой, смотрите, он как грибок, только верх у него светится, а низ вроде бы не очень. Некоторые его кусочки будут светиться в нашем Хэллоуин слайме. Да, ты прав, Эйвен. Когда я его смешиваю в нашем как бы белом хэндгаме, который тоже немножко светится, появляются фосфорные кусочки. Вот это прикольно! Давай, пихай его тоже в блендер и замешаем его со всеми остальными. Ань, слушай, включай уже свет, а то как-то не по себе. Ты что, Юмичу, боишься темноты? Сейчас, ой, все. Позовите меня, когда смешаете, и будете делать глаза, и пауков, и черепа. Отлично, киса Алиса, у тебя получается нас выдавать. Ну что, погнали? Погодите, ребята, я тут кое-что нашла. Помните те самые лизуны? Которые были похожи на какашки? Юмичу, ну... Опять ты, ну. Ань, ну ведь правда они сейчас похожи на что-то странное. Зато они смешались и превратились в темно-оранжевую массу. Мне кажется, подойдет к нашему Хэллоуин слайму. Ой, блин. Ну ладно. Фу, правда похож на кокульку. Всем разойтись, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой. Как еще наш блендер Ваня не сломался? Как он выдерживает все эти мучения? Сама не знаю, ребят. Так, надо поправить розетку. О, вот так. Ой-ой-ой, блин. Кажется, наш блендер Ваня перед Хэллоуином и умрет. Ну, не факт, ребята. Смотрите, как он хорошо перемешивает. Так, что такое? Что такое? Давай, давай, Ваня, ну. Так, ладно. Давайте посмотрим, что у нас получилось. По-моему, он уже смешал нашего монстра. Хэллоуин монстра! А это все твоя какашка, Ань. Хватит говорить это слово. Сейчас я все достану, и все будет хорошо. И вот эти кусочки соберу, и тоже сюда запихаю, и все будет круто. Кстати, он получился очень классного цвета. Да, только вот этот фосфорный кусочек как-то отделился. Ничего страшного, мы замешаем его туда руками. По-моему, очень красивый цвет. У нас есть еще один гигантский лизун с прошлого раза, только розовый. Но так как мы так и не придумали, что с ним сотворить, я предлагаю вам тоже сделать из него Хэллоуин слайм, только другой. А вот он наш оранжевый Хэллоуин слайм с фосфорными кусочками. А вот теперь, по-моему, настало время глаз, свечей и всяких таких штук. Ань, а давай из розового сделаем черный. Так, сейчас, подождите. Ух ты, прикольно полосочки светятся в темноте. Ну что, наконец-то будем его оживлять глазами и всякими штуками? Да, киса Алиса. Так, давайте его подразмажем вот так немножко по столу. И вот такие штуки у нас есть. Это Crazy Unicorn, сумасшедший единорог. Кстати, да, на рисунке единорога это типа его такие странные глаза. Давай, доставай их. Давай, скорей. Ну, достаю. Сейчас, подождите. Это, кстати, мармелад, глаза с суперкислой жидкой начинкой. Аж слюнки потекли. Может, мне их просто съесть? Ань, ну ты же обещала оживить наш Хэллоуин слайм. Да, Ань, не будешь же ты есть глаза, да? Ладно, не буду есть глаза. Они, кстати, очень вкусно пахнут. Сейчас мы их распакуем. Да, пахнет вкусненько. Что-то у меня не получается достать. Ой, они, оказывается, такие странные. Даже мне захотелось попробовать съесть эти глаза. Тетя Афина, не будешь же ты есть глаза? Ну ладно. Смотрите, ребят, какие они смешные. Во-первых, они разноцветные, а во-вторых, они прям такие мягкие. Можно их вот так вот выпучивать. И такие липкие, слизкие. Короче, круто. Давай, оживляй Хэллоуин слайм. Так, сначала... Так, только не ешьте их. Сначала нужно его немножко еще подразмазать и сделать углубление для глазок. Так,
по-моему, отлично. И мы оживляем нашего Хэллоуин-слайма. Ань, по-моему, он получился очень милый, прикольный и совсем не злой. А еще он похож немножко на, знаешь, эти эмоджи-какашки. Да что ж вы все про эти какашки? Ну сколько можно, ребят? Ну, получился ничего, но не хватает паучков. Так, паучки. Смотрите, сколько у нас самых разных паучков. Какие сюда подходят? Киса-лис. Вот эти вот черные. Надо их разлепить и рассовать в наш Хэллоуин-слайм. Ань, ты обещала, что у него будет черный рот? Да, Юмичу, я не забыла. Вот для этого у нас есть вот такой вот черный слайм. И он у нас будет вместо рта. Прикольно, давай, лепи его. Так, пока просто положу. Сейчас переложу наш crazy Хэллоуин слайм и начнем залепливать его вот этими вашими паучками. Сделаем ему прическу, налепим сюда, сюда, в разные места, короче. По-моему, получился очень прикольный Хэллоуин слайм. Он такой милый и смешной. Аня, он правда похож на эмоджи-какашку. И он не похож на какого-то злого монстра. Ну, мы же все с вами добрые, поэтому у нас и Хэллоуин слайм получился такой добрый. Хорошо, отмазалась. Ань, а давай его смешаем? Да, чтобы он стал больше походить на какого-то монстра, а не на милую какашку. Киса-лис сейчас ругаться будут. Ну что ж, ребята, как скажете. Давайте превратим его в настоящего Хэллоуин-монстра. Да, Ань, короче, разъединяй вот этих вот паучков и разложи их по всему слайму, а потом мы его замешаем. А теперь, Ань, перемешивай давай. Сейчас, так жалко, если честно, его. Ладно, хорошо, сейчас все перемешаю. Сейчас у него где-нибудь случайно раз и вывалится глаз. По-моему, так он больше похож на какого-то Хэллоуин-монстра. Настоящая хэллоуинская гадость. И теперь давай для начала покрасим наш второй Хэллоуин-слайм, а потом сделаем из него кое-что. Так, погодите, ребят, до вашего Хэллоуина еще есть время, так что мы все успеем. Давайте в другой раз. Мне нужно идти снимать видео на свой канал, чтобы оно завтра там вышло. Только обещай. Обещаю. А давайте, если ребята наберут много лайков, мы снимем видео про наш Хэллоуин. Давайте. Ну, если наберут, Юмичу. А ты иди и смотри ролик на канале Magic Family, где мы оделись одинаково с Аней в